детям, слышно, приходится уходить, что делать, будем готовиться. Ну вот и все, конец стоянки в Тайване, мы видим, буксир подошел, швартовка, аврал по палубной команде, судно снимается. Закрепили буксир на кнехте. Идем на корму, будем отшвартовываться. Все по местам, лоцман на борту. Бежим на корму, будем отшвартовываться, уходить. Направление пока неизвестно, куда нам двигаться. Выйдем из порта, мы видим буксир. Нам машут вот тайваньские. О. Швартовная команда уже на аврале. Снимает. Поднимаем трап. Ясно, поднимаем трап. Ясно, два шпринга, один пробельный на корме. На корме буксир закреплен. Швартовые отдаем все концы. Последний два. Хорош, Вера! Вот отданы концы, и с неохотой мы от причала стали отходить. С буксирных тросов слезы выжимая, чтобы из глаз те слезы не пролить. Дана команда с мостика поспешно отдать буксиры живо, веселей. Мы подчинились и буксир отдали. Есть живость в нас, но нет веселья в ней. Ведь это трудно так с землей расстаться. На эти много, много-много дней. И примириться, и смириться с мыслью, что жизнь пройдет твоя среди морей, что выбор сделал правильный когда-то, ступил на этот в океане путь, где расставания меряют годами, и где отвад не охнут, не вздохнут. И мои мысли, как бы подтверждая, вот из машины очень тяжкий вздох. Ее работать снова заставляют. Толкнули воздухом, но тут же дали стоп. И убедившись, что она покорна, уже на топливе ей дали малый ход. И та покорность дрожью отозвалась, когда прошли критичный оборот. Волна вибраций по судну прокатилась. Ее все слышали от бака до кормы. И в наших душах она тоже отразилась, как на радаре цели те, что не видны. И стало нам понятно как-то сразу, что мы теперь единый организм, что наша жизнь зависит от машины, от наших рук зависит ее жизнь. И в этой связке днями и ночами мы будем жить. И будем крепко спать, когда вибрации и грохот той машины мы под ногами будем только ощущать. Коли есть вибрация, то значит все в порядке. Страшен беззвучие полной тишины. Коль стихнет все, то шансы наши шатки. А если в шторм, нулю они равны. Но эти мысли от себя отгоним. Прошли ворота и покинут порт. И свои страхи, чаяния, сомнения мы вложим в слово краткое «отход».
Все, спасибо.